Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенбал. А мы продолжаем играть в игру Сабнатика. И у меня для тебя, дорогой друг, очень интересная новость. Видишь, в правом верхнем углу у нас с тобой написано январь 2018, сборка 59302. Да, именно то, о чем ты подумал. Сабнатика обновилась. У нас теперь нет надписи, то что это ранний доступ какой-то. У нас теперь все с тобой просто идеально и супер. Поэтому я думаю... Вот, кстати, у нас тут что-то новое по поводу Циклопа вышло. Да, 18-й год обновление. Вот. Короче, мы с тобой сегодня продолжаем играть в Сабнатику. У нас вон, разумеется, значки. Все поменялось, очень так комфортно выглядит. Да, сейчас немножко подождем, когда она начнет загружаться. Ну, короче, все очень круто. Судя по всему, игру теперь можно пройти, мне кажется. Потому что обновление весило целый 1 гигабайт. Да, целый 1 гигабайт. Я думаю, то что... Ну... Конечно, с каждым обновлением она у нас становится с тобой лучше. Самое главное то, что она хотя бы сохранила то, что у меня с тобой до этого было, да. Это славно. Блин, вот пипец, конечно, подловила меня игра. Ладно, дорогой друг, сейчас пока идет загрузка, я нажму на паузу, и мы с тобой продолжим, как я начну запись заново. Так, ну что же могу тебе сказать? Слава богу, у нас все сохранено. Смотри, у нас точки стали по-другому. Вау! Ты только посмотри. Вот я сюда повернулся. Какой-то новый... Какие-то новости. Вау. Смотри, как это прикольно. Вот я, например, хочу сюда, оно приблизился. Хочу сюда, оно приблизилось. Это очень прикольно, друг. Так, у нас был сигнал с тобой на базе той старой. Это что такое? А, это продолжение. Еба, как же я соскучился по этой игре. Так, кусок летит. Ты серьезнее? Ты тут можешь много чего интересного найти, а не это только хрень. Значит так, нам... Вау. Нифига. Слушай, мне кажется... Вау. Это потрясающе. Они текстурки... Они изменили... текстурки нам с тобой. Смотри, как все красиво выглядит. Даже освещение, ты только посмотри. Ты только на это посмотри. Это... Спасибо, разработчики. Вот реально, просто большое спасибо. Ты только посмотри на эту красоту. У нас теперь чисто все выглядит по-другому. Даже управление мотыльком у нас выглядит с тобой по-другому. Ладно, полетели туда, на нашу базу. К этой мы вернемся, когда нам надо будет понадобиться найти ресурсов. Сейчас давай поплывем на нашу старую базу. Сейчас нам надо посмотреть, что за сигнал нам с тобой прибыл. Как ни крути, я же не то, чтобы делаю обзор на обновление игры. Я же ведь ее и прохожу. Нам надо же ведь посмотреть, что у нас там. Так, ладно, первый раз. Первый удар в первом обновлении, прикольно. Так, давай его починим, что ли. Вот просто зачет разработчикам. Пипец, как красиво. Офигеть, вот это красота. Раньше то не было так красиво, как сейчас. Штурвал изменился. У нас раньше все внутри его было бирюзовое, сейчас зелено-салатовое, ну да. Но цвета бирюзового тоже присутствуют.
Офигеть, вот это красотень. Вот просто лайк ставь за этот обзор. Куплинов у нас еще пока, ну, на данный момент, когда я хотел, чтобы он посмотрел данный релиз обновления, он что-то сразу не снимал, я еще пока у него новых видео не видел, я просто, бывает так, смотрю Куплинова немножко. А вот я решил снять, только я, конечно, не так хорошо игру прошел, как он, но все же. Ебать, красота, конечно. У меня прям море восторга. Все очень красивое стало. Очень. Безумно красиво. Давай его подзарядим, наш мотылек. Пусть будет у нас пристыкован. Офигеть, смотри, как это все выглядит. Вау. Помнишь раньше эту пену? Вот сейчас вот все выглядит совершенно иначе. Раньше чисто все было в пене, в воде, а сейчас мы можем с тобой даже увидеть рыб, плавающих тут. Смотри, какая красота. Это очень красиво, друг, это очень красиво. Я прям... Вам грозит голодание. Очень красиво. Сейчас мы возьмем сигнал этот. Кусок песчаника. Офигеть, вот это красота. Так, аквариумные рыбки мои. Здравствуйте. Красота просто. Так, луковое дерево. Для запаса воды. Так. Это просто красота. Так, инвентарь полон, давай посадим, скушаем. Так, мы можем, в принципе, еще тут... Офигеть. Это очень красиво. Мне особенно вот нравится то, что вот у нас берет и приближается, ну, вот это вот вся, все эти точки. Так, давай еще покушаем. Нам сейчас в далекий путь собираться. Так, ну, в принципе, нормально. Еще лаймонов. Лампионов, лаймонов. Ну, лаймонами я их почему-то называю. Такая уж им судьба. Это очень красиво, особенно освещение. Вот, вах, спасибо вам, разработчики дорогие. Так, я могу что-нибудь зарядить? Мне туда что-нибудь сунуть надо? Нет, не надо. У меня с батарейками все супер. Так, вот тут вот у меня гелеобразные мешочки еще растут, да? Сигнал мы сейчас возьмем с тобой, но сначала давай сплаваем за птичкой, мне птичку надо. Так, а птичка, офигеть, вот это освещение, даже шлюпка изменилась. Все безумно красиво, у меня просто нет слов. Так, а птичка, отлично, все, давай. Хотя, а чё я тут сигнал не принял? Я же и тут могу его принять, давай. Говорит солнечный луч. Знаете, Аврора, мы родом из маленького трансгосударства на дальнем конце Андромеды. У нас есть такая... Блин, смотри, нет худа без добра и нет добра без худа. Похоже, первого вы уже нахлебились лихо. Но это означает, что вы давно заслужили целую кучу второго. Может быть, это как раз мы. Мы прямо сейчас сканируем планету. На предмет места припарковаться. И мы выйдем на связь, как только его найдем. Солнечный луч, конец связи. Так, вон у меня костюм краб. Судя по всему, солнечный луч ищет место припарковаться. Вау. Какая она красивая. Вообще графа. На просто. Просто ма. Че я хотел сделать? В принципе, нам ничего не надо. Давай сделаем на всякий случай запас батареек. Нам надо сейчас с тобой сидеть и ждать все на этой базе.
Потому что сейчас придет сигнал от солнечного луча, и мы должны будем с тобой пойти на тот сигнал. Как вы помните, я пытался отключить. Или еще не пытался. По-моему, пытался отключить с тобой вот эту вот систему обороны, но нифига не получилось, потому что данные сканирования показывают то, что я заражен. Анаржен, серьезное задержание было, побочных эффектов не поражен. Обращайте внимание на симптомы. А, серьезный уровень. Да, плохо. Это, конечно, плохо, но... Ладно. Я хочу сделать нам с тобой сейчас побольше батареек. Так, кислотный гриб, медная руда. Надо батареечек побольше, хотя бы запасик-то. Бля. Еба. Я обосрался, медуза. Ты чё творишь? О, это остров. Ха-ха, глупо катаемся. Ну, запрыгивай на неё. О, да у нас Аврору поменяли, смотри. Раньше наверху вот такой вот башенки не было, теперь у нас Аврора выглядит совершенно по-другому, поэпичней. Так, медуза, плавучий остров. Так, ладно. Ага. Кислотный гриб. Кислотный гриб, раз. Кислотный гриб, два, три. Давай наберем грибочков. Сколько я их набрал? 6 штучек. В принципе, красота. Надо еще медные руды поискать, поплавать. Почему бы и нет? Привет. Так, от него мы смотались. Отлично. Конечно, я соскучился по этой игре. Так, титан это нам. Блин, ну ты... Зараза, догнал. Так, выбросить. Нам не надо чересчур титана. Нам вот медная руда нужна для батареек. У меня же есть возможность батарейки-то эти заряжать. Так. Отлично. Изготовим сейчас парочку батареек. Аку, привет. Вот графа стала просто супер. Она стала еще лучше. Просто я даже не знаю, как это писать. Это невообразимо. Раньше игра была с графой более мрачной. Ничего себе! Посмотри, какая красота! Размещенные объекты у нас есть. У нас новые вкладки. Ну, вкладки те же, но они поменялись видом. У нас есть размещенные объекты, персональные объекты, теперь есть снаряжение, инструменты, продовольствие и ресурсы у нас есть. И тут вот у нас дополнительные материалы, основные материалы, электроника. Электроника, мне нужны батарейки. Офигеть, вот это красота. Это... очень красиво. Так, тут вот у нас основные материалы, это титан, все прочее, дополнительный аэрогель. Как изменилась вот эта вот штука для улучшения? Так, улучшение ножа, улучшение кислородного баллона, улучшение ласт, улучшение пропульсивной пушки, улучшение циклопа, улучшение мотылька. Ласталевый модуль 3. Пласталевый слиток, магнетит, рубин 3. Нам нужен модуль глубины погружения моделька 3 будет. Как там пласталевый слиток? Так, топливный стержень реактора. Прикольно. Пласталевый слиток, литий и титановый слиток. Ну, литий там найти легко у нас в другом месте. Рубин у меня 2 штучки.
А там надо 3 штучки. Короче, всем этим добром мы займемся позже. Че у меня с этой пушкой? Так, на ней заряд норм. В принципе. Так, мне не сильно нравится то, что нам не хотят так скоро отправлять сигнал уже. Давай, что ли, до той базы сплаваем. Надо бы на той базе, наверное, установить нам с тобой. Где мой этот конструктор? Установить нам с тобой радио, чтобы мы и там могли принимать сигналы. Так, отлично, у меня все для радио есть. Титаны, медная руда, да? Да. Идеально. Так, тебя заправили, офигеть, он даже отсюда видно, какой он красивый. Так, ладно, давай, залезай. У меня впечатлений очень много на новое обновление. Такая красота. Так, системы онлайн сказали нам. Так, вообще, вот просто красотень. Прям так комфортно в нее стало играть. Так, что тут у нас? Вот уже отсюда вижу что-то новенькое. А, ну он хотя бы в этом обновлении все сохранили, то, что мы с вами делали. Все, что мы с вами нашли. Так, у нас времени сколько? Так, нормально. Это очень круто, очень. Я надеюсь, тебе эта серия очень понравится. Я ее собирался делать довольно такой обширной, красивенькой. Я хочу в этой серии успеть много всего. Блин. Вляпались. Что-то угрей этих много стало как-то. Так, мужики, я не к вам. Я домой плыву. Мне еще левиафаны валит. Это что, левиафан орал? Вроде не левиафан. Хотя по звукам его еще как слышно. Но, короче, у меня тут живет левиафан. Так, в принципе, свет оставим, чтобы было. Добро пожаловать на борт, капитан. Ну, добро. Так, вот здесь у меня будет радио. Блять, я тут не могу. А, я тебе могу пониже. Ну, давай. Отлично, вот и сообщение. Радио воспроизведение частично передало передач. Обнаружено 9 новых биологических объектов. Режим поиск-анализ. Отправка местоположения другим агентам. Так, вот я уже получаю новый прием с радио. Тут у нас энергия, слава богу, еще не потратилась. Если что, мы с тобой можем спокойно покушать. Ну, чтоб ты знал. Мы так и сделаем, мы покушаем. Дерево. Так, посадить, съесть. Отлично, ну давай поищем. Кристалл Настурана. Левиафан женец. Рубин, пожалуйста. Сейчас пойдем за рубинами.
турбины вещь хорошая, и нам пока все равно делать нечего. О, нифига себе! Добавили еще, смотри, анимацию на лестницу. У нас теперь на лестницу с тобой есть анимация. Так, залезь, краб. Нет. Ну давай, залезь. Офигеть. Это очень круто. Так. Краб. Ну ладно, давай залезть. Заряжен 70%. Может, не 70%. Это у него просто ремонт. Он жить у нас в прошлый раз последний с Левиафаном дрался. Которого мы так и не завалили. Он тут поблизости бродит. Ну ладно, это нас не будет пугать. Так, у меня тут... хороший сбор у меня тут. Так, о! Отлично. Давай боком. Боком пошли. В костюме краб нам будет с тобой гораздо безопаснее заниматься всеми этими делами. Так, вот он, наш первый рубин. Так, возьми, отойди. Еще. Да блин, давай. Возьми ты его. Даже анимация рубинов какая-то другая. Так, давай, погнали дальше. Акулы нас должны бояться. Мы... Или они слишком наглеют. Иди сюда. Кто на меня? У меня костюм... Краб, мать его, который застрял. Давай, опускаемся. Опустились. Рубинчик. Давай, рубин. Рубин взял. Хорош. Что с этой акулой? Что с тобой не так? Я тебя убил? Разряд. Вау, ты чё, охренел? Иди сюда, драчун. Будешь на меня лезть? Я тебе такую жопу устрою. Так, ну-ка. Взял. Ты чё? Сдохни уже. Так, вот у нас больше в этих местах рубинов есть. Как же хорошо то, что я решил тут построить базу с камерой хранения. Ну, захватись ты уже. Ё-моё. Так, захватил. Ну, давай, еще работаем. Ой, че фигней страдаю. Взять рубин. Так. Едем, едем. В соседнее село. На дискотеку, так. В принципе, мы с тобой нормально так набрали. Мне больше рубинов не надо. Мы их сейчас с тобой свезем на ту базу, а то у нас там их там нехватка. Нехватка рубинов. Магнетита нехватка. Сделаем торпедные снаряды для Д-28. У нас нехватка. Так, ну в принципе ты можешь отдыхать. Краб. Сейчас все это переложим. Магнетит, 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 магнетит. Лети, лети, лети. Так, ну, в принципе, набрал так хорошо даже. Так, давай осталось тебе домой загнать. Сейчас уже нам немножко осталось до момента истины. Так, ну давай. Падаем. Его сейчас заряжают.
А мы плывем с тобой. Хотя, стопы, мы еще не плывем с тобой. Там жить надо отключить ее. Все, отдыхай. Так, никто меня на борту не приветствовал, ну ладно. Какая разница, приветствует меня на борту или не приветствует. Это не имеет особого значения. Мне сейчас очень важно сделать снаряды для мотылька. Для модели D28, чтобы мы не были беззащитными перед такими уродами, которые могут взять и жахнуть, например. О, господи, не надо мне так резко грибы только рисовать, а то... Стоп, вот это вот что за штука? Ау, это было больно. Что это такое? Тебя срубить можно? Нет, судя по всему, нельзя. Где ты? О, да неужели ты меня поприветствовал в коем-то веке? Так. Сейчас нам уже осталось вообще немножечко. Вот аж отсюда вижу нашу спасательную капсулу. Блин, они больно долгие со своим радио. Когда они уже наконец прилетят? А то мне уже вообще как-то скучно даже. Я вот уже просто на черный день запасаюсь ракетами. Сейчас вот их делать буду. Да, кстати, мы еще сейчас с тобой посмотрим новую менюшку в улучшениях, точнее, в шахте новые улучшения посмотрим. У меня же модуль установлен только в этой, в одной, и в той у меня, где краб стоит, нету такого. Я еще не делал, а может и не понадобится мне это делать. Так, сейчас самое главное, я приехал. Посмотреть, что же нам нужно. Заряжается. Так, у нас есть теперь общие модули. Модули мотылька, модули костюма краб, торпеды. Модули мотылька, усиление корпуса. Ой-е! Мы это сделаем. Модуль хранилища нам не надо. Модуль погружения по линии алюминием, чтобы током шарахнуть. Гидролокатор, магнетит, медный провод. Это мы тоже сейчас сделаем. Ну, давай сначала сделаем торпеды. Сколько у меня там это? Ну ладно, без разницы сколько. Давай торпеды делать. Блин, серьезно? А, уже по 4 торпедины он варит. Это хорошо. Пойдем, найдем с тобой титан, который потеряли. Так вот, уже очень важно, уже прием идет по радио, мы занимаемся. Так, стоп, а у меня влезет? А, ну конечно, у меня не влезет. Надо что-то выкинуть. Ладно, свинец у нас полетит. Где я тут оставлял стрим? Прикольно. Так. По-моему, тут я что-то оставлял. Нет, не тут оставлял. Господи, ну дай мне кусок титана. Я хочу на максимум сделать торпед, а не 4 штучки. А, вот он, красавец. Отлично. Нашел, сам нашел. Так, давай плывем обязательно домой. Покушать тоже нельзя забывать. Сейчас мы все улучшения когда сделаем, вот тогда и поговорим. Да,
Так, давай. Беги, ран. Бегом делать торпеды. Так, вообще. Модули, мотылька, гидролокатор, медный провод. Но это мы сейчас сделаем с тобой легко и просто. Но сначала с тобой надо в один отсек пробраться. Сейчас мы это сделаем. Так, братишка. Переложить. Все, он у нас с тобой полностью заряжен. На всякий случай. Давай, пристыковывайся. Так, пристыковали. Починим. Так, если что, у меня батарейки еще есть. Медный провод. Медный провод надо найти. Уже передатчик тут орёт во всё. Не, ну давай сначала кусок известняка мне, пожалуйста. Я сначала сейчас улучшение еще одно сделаю. И потом мы только с тобой продолжим. Надо сделать медный провод сейчас будет нам с тобой. Давай. Блин, это титан. Зачем я его подобрал? Фу, блин, насрали. Так. Сюда мы сплаваем. Что тут у нас? Вот еще известняк. Так, это что, медный? Ты где? Так, все, вот чисто все мне вырубили. Мне не надо сканирование местности. Здорово. Блин, не то. Почему это был титан? Так, сюда сплаваем, давай. Плывем, ищем. Таскаем. Так, что тут у нас? Отлично. Медное. Все, валим. Блин. Я потерялся и не свалил, ну так же нечестно, ё. Так, сейчас мы примем с тобой сигнал, обязательно примем. Так, с тобой я же еще ничего не сделал. Инструкция, электроника, медный провод. Так, идем сюда. Модули мотылька, гидролокатор. Сейчас ты узнаешь, что я тебе в прошлых сериях объяснил, но ты, наверное, мог забыть. Ну, это мы сейчас, короче, с тобой увидим, что он умеет. Так, это я поставил. Надо покушать, принять аптечку, отключить сканирование и принять сигнал. Один лист, ну вот целых три. Да, тут так много всего вообще. Так, рыбки. Растет, ты не растешь. Кушать, кушать. Стоп, я ж там это не положил. Мы ж это все положить должны. С тобой. Свинец. Золото не влезло. Золото. Серебро. Лети, лети, лети. Рубин, 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 рубин. Магнетит, магнетит. Ну, в принципе, все, что надо было, положил. Так, давай, рубин. Кушать тоже надо. Так. Так, отлично набрал. Кушай, кушай, кушай. Положи. Так, пошли примем сигнал, заодно в аптечку залетим.
Говорит штаб-квартира Альтеры, это, возможно, наше единственное окно связи. Мы не можем послать спасательный корабль до самого места крушения, так что, Аврора, вы должны будете просто встретиться с нами на полпути. Мы загрузили передачи, ага, сейчас, одну секунду. Данные черного ящика показывают, что защищен терминал капитанской. Удали, беги, уходит. Ладно, скажи белке, что... Короче, я не успеваю. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Стопэ, у нас теперь есть ключ от каюты капитана, да? Нам просто дали с тобой ключ от каюты капитана. Ну ладно. Это, в принципе, неплохо. Но когда они наконец пролетят? Сука. Так. Не хотят лететь. Ну ладно. Что тут новое? Коды и зацепки. Сейчас найдем эту каюту капитана, только давай посреди ночи. Хотя какая разница, когда этим заниматься? Разницы вообще нету у нас с тобой. Так. Ну что ж, погнали. Мотылек полностью заряжен. Фух. Сейчас мы с тобой вводим коды от каюты капитана. Где Аврора? Я Аврора потерял. Так. Да иди ты нафиг, не прогрызешь. А, кстати, вот что умеет. Нифига, тут, конечно, сканер обновился. Когда красным, это более эпично выглядит. Ну-ка еще. Это эпично. Модуль хорош, мне нравится. Так, ладно, нам нужен просто свет. Так, отключиться. Удобная штука, так, ну-ка посканируем еще. Так, вот она, Аврорка. Так, нам оттуда к ней заходить-то надо, или откуда? Она как будто стала больше. Так. Вроде отсюда. Че ж ты такая здоровая-то, а? Ох, двигатель надо будет еще прокачать бутыльку. А то он больно плохой. Сейчас. Все трясется, все дрожит, ну. Как всегда, в принципе. А как я тогда пробрался к этим капитанам? Я уж не помню ничего. Так, припаркуйте здесь. Так, вот он. Ух, как круто-то тут, как красочно-то. Посмотри, разработчики у нас поработали и над горением Авроры. Все так эпично стало выглядеть. Все так горит. Круто. Так, надо взять стазиш пушку. Хотел сказать, стазис пушку. Так. Куда тут? А, вот сюда. Так, тут мы проходим. Вау, офигеть, мы прям видим, как осколки падают в воду.
Вот это вот круто они сделали. Там рассвет. Исследование Авроры. Ключ от каюты капитана Рандау. Кусается собака. Администрация, нам грузовой отсек, пожалуйста. Ух, нифига тут пыльно-то. Я тут все раздолбал, насколько я помню. Так, ты должна быть открыта. Да, и ты открыта. Блин, не туда я пошел, ну ладно, зато сократил. Так, бежим, бежим, ищем, ищем. Искать, искать. Бежать, бежать. В каком месте ты? Отсек крабов, да. Ты тут. Он должен был быть тут. В отсеке крабов. Давай бегом сюда. Отсек крабов. Да, я уже очень близко. Так, а вот это уже что-то новенькое. Коробок тут наделали не по плану. Коробок раньше не было. Так, вон плакат, о котором я забыл. Я забыл этот плакатик здесь. Вот такой прикольный. Keep Calm. Возьмем. Я забыл про него. Так, давай сюда. Отлично. Так, закрыто. Каюты, каюты. Плакаты и каюты. Что-то новое. Слушай, я понимаю, что не имею права выдвигать требования, но ты должна понять, что я хочу изменить наши отношения. Я слышу, что ты говоришь, я постараюсь отнестись с уважением, как ты хочешь их изменить. Мне хотелось бы уменьшить наше совместное время. Куда дальше мы можем его уменьшать до нуля? Ты меня бросаешь? Я меняю условия наших отношений. Какие это вообще отношения, если мы не будем видеть друг друга? Своеобразные, у тебя завышенные ожидания. Я думаю, ты просто хочешь проводить больше времени с тем тупым парнем и его дурацким робокостюмом. Ты не думаешь, ты осуждаешь, я чувствую враждебность в твоих словах. Возможно, твоя ревность — это повод взглянуть иначе на нашу бизнес-модель. Почему ты не можешь порадоваться за меня? Я рада за тебя и рада за всех этих парней в отсеке крабов. Только за себя я не рада. Вот поэтому я и хочу поменять наши отношения. Так, новый КПК я нашел. Где ты живешь? Кого я тогда не смог открыть? Вот, каюта капитана. Защищенный источник спасательной капсулы. Ух ты ж. Каюта капитана. Перед потерей связи штаб-квартира Альтера сумел загрузить набор чертежей на главный компьютер Авроры. В каюте капитана, находящийся за отсеком костюмов, краб, находится защищенный терминал. Откуда можно скачать чертежи? Код 2679. 679. Да неужели? Вау. Круто. Какие прикольные постеры. И это я возьму. И данные я загружу. Давай сначала КПК капитана почитаем. Загрузка программы Crank MK Gill Simulator Rat. Первый игрок капитан Hot Dog Halister. Карта Бориаль 9. Нормально. Вы исследуете тихое инопланетное болото, когда корабль, на котором вы сюда прибыли, взрывается. Должно быть, это паукообразные похитители почек. Быстрее, что вы будете делать? Обыскать место падения, возделать инопланетные растения, использовать их. Тектатический дезинтегратор недоступно. Это именно то, что сделал бы Крейг МакГилл. После нескольких часов собирательства вы собрали несколько потенциально пригодных для сельского хозяйства продуктов питания. Чем вы себя будете поддерживать? Вонючий корень, древесные тараканы, яйца звездных нарвалов.
В то время как яйца звездных нарвалов питательный жизненный цикл этих огромных космофобных существ очень медленный для поддержки фермы. И кроме того, их мать сильно зла на вас. Сразиться со звездным нарвалом, просить прощения у звездного нарвала, принять свою судьбу. Крейг Гилл знает, что нет оснований перекаться с матерью. Вы не столько разодраны на части, сколько поглочены целиком и расщеплены. Атомы, которые, по вашему мнению, были вами, постепенно перераспределяются по угоду непрерывного выживания звездного нарвала. Хотите продолжить? Нет. На фигне какой-то занимался. На чётче на английском. Чётче на английском у нас тут все. Я английский не сильно хорошо знаю. Штаб-квартира Альтеры, последние чертежи Нептуна. Данный набор чертежей разработан в штаб-квартире Альтеры. Специально на ставке пусковая платформа обеспечит труды. Верно, очень интересно. Короче, это корабль, который нас может выкинуть. Данные прочные контейнеры предназначены для хранения письменных и фотографических сведений, помимо нескольких мелких предметов в целях извлечения их в будущем. Капсулы времени часто изготавливаются потерпевшими крушение, желающими или помочь тем, кто будет окажется в таком же сотрудническом положении, или оставить сведения о своем бедственном положении после того, как их тела истлеют. Большинство аварийно-спасательных транспортных средств по умолчанию оборудованы капсулами времени, которые обычно находятся в кабине и отстреливаются при взлете. Корпорация Альтера просит заполнять капсулу времени инструментами и ресурсами, которые помогут тем, кто обнаружит их в будущем. А штаб-квартира последний. Не по-русски. Передача сигнала отключен. За 6 минут до падения. У меня какое-то очень важное сейчас по радио. Так, вот мы можем сделать Нептуна. Где мы его можем сделать? Пусковая платформа Нептуна. Да. И, наверное, после этого нового обновления 2018 года мы, разумеется, сможем ее поставить и сделать. Так, как отсюда смотаться? Никак, да? Никак отсюда не смотаешься. Ладно, это шутка. Разумеется, мы отсюда смотаемся так же, как сюда и пришли. Если что, возьму пуху. Сейчас будем в этих фиговин стрелять. Так, не будем стрелять, мы поплывем. Так, тут я проплыл. Сюда. Проплыл. Тут я заканчиваю. Так. Хорошо-то как. Как грамотно я сваливаю отсюда. Очень грамотно я отсюда сваливаю. Так. Что-то мне серия кажется большая у нас выходит. Мы, наверное, в следующей серии продолжим с солнечным лучом, но пока серия не заканчивается. Нам надо пока посмотреть, что там за сигнал, а потом как-нибудь и закончим сейчас. Там я был. Сюда нам надо. Ух, целую ночь я там ковырялся, офигеть. Так, ну давай на тебе. Иди сюда, говнюк. Чё, на меня? Вот и все. Сколько процентов съел? 3%. Ну, в принципе, нормально. Так, давай, прыгай. Так, давай. Доплывай. Отлично, доплыл. Добро пожаловать на борт, капитан. Ну, добро тебе. Плывем.
включен свет, он нам не нужен. Но сейчас туда надо с тобой. Так, ну, серия очень насыщенная у нас выходит. Очень много новых открытий. Самое главное то, что попали наконец в эту штаб-квартиру капитана. Это очень хорошо, то, что мы туда попали. Просто без этой штаб-квартиры мы бы не смогли сделать новое открытие. Так, даже медузу просканировала. Удобный гидролокатор. Хорошая штука. Так, отлично. Я уже тут. Осталось пристыковать D28, дать ему отдохнуть. Хоть анимация на лестнице какая-то появилась. О, видишь, как красиво. Так, давай. Залетаем. Не, сначала красота. Сначала мне хочется сделать все красиво, как настоящий патриот. О, как красиво, смотри, как красиво зашло-то. Все просто супер зашло, значит, быстрый слот. Как тебя вращать-то? А никак ее не повернешь. Так, Аврора, игрушки. Так, значит, быстрый слот. Капитан. Где бы мне тебя поставить? Идеально. Все просто идеально. Давай сделаем селфи. Отлично. Так, давай, принимаю сигнал. Ничего себе, смотри, вот сейчас внимательно смотри в левый бок, видишь, он не то что держит КПК, он багом держит вон даже раскаленный нож и КПК одновременно, нифига себе, прикольно. Так, вот убрал он. Вот сейчас такого бага нет, но это было круто. Говорит спасательная капсула 2, координаты прилагаются, мы уже прошли безопасную глубину и теряем кислород. Нам придется всплыть на поверхность, но это 500 метров, строго вверх. Мы доберемся до точки сбора и будем держать вас в курсе. Йоу, конец связи. Место нахождения сигнала загружено в КПК. Ну ладно, дорогой друг. Ставь пальчик вверх. Буду тебе очень благодарен. С вами лайк. Вы меня поддерживаете. Я становлюсь намного счастливее. У меня поднимается настроение от ваших комментариев. Мне вообще очень-очень хорошо. Мне не становится скучно. Я вас читаю. Я вас всех до единого читаю. Лучшие комментарии пишу. Видео вы мои правила уже давным-давно знаете. Ну что ж, ладно, дорогие друзья. С вами был Тутемпаут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до скорых встреч. Всем пока.